Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты трупы, все вы трупы. Куда бы сходить, кого бы убить в этой серии? Холла, Амигос, все дела. Значит, надо сначала пойти потратить свой опыт. Комменты почитал, никто, походу, не знает, где лежат в луте эти кольца, сохраняющие анус в целостности. Видимо, теперь только покупать их в ковенантах можно. Странно, что с самого начала о читерности этих колец разработчик не догадывался. Они что, сами в свою игру не играли, что ли, перед выходом? Странные ребята, вот эти кольца, они реально делали жизнь в 800 раз проще. А теперь, когда все уже и так знают, как убивать какого босса, там, какие шмотки рулят, уже бесполезно пытаться делать игру сложнее только за счет этих колец. Так, ловкость, пусть будет ловкость. Все на ловкость, мне надо пику носить, я думаю. Что-то мне, кстати, еще не хватает, чтобы одеть-то, а? 22 силы теперь. И весит она, блин, как член мамонта. Так, кто-то сказал, что ароматная мазь, или какая ароматная, короче, вонючая вот эта херня, которая размораживает этих каменных уродов, где-то теперь продается. Ну, не знаю. Что-то не вижу. Светящийся жук вижу. А это чё? Янтарная трава. Может быть, у кошки. А может быть, не у кошки. Но у кого-то из них может быть. В принципе, нахрен... О, Маруся. А нахрен мне ее покупать, если она и так падает? Да. Чё, покинуть ковенант? А я чё, вступил в ковенант? Так, а у нее-то что? Поглощение здоровья каждого... Говно. Нормально. Врагам проще вас заметить. Не помню такого кольца, но чушь. А легче присоединиться к игрокам, выбравшим того же бога. Даже звучит как-то... Позволяет слышать голоса врагов. Вот это нужная вещь. Но только ровно в одном месте в этой игре была нужна вот эта штука. Я не понимаю, зачем они вообще в игру вводили это. То есть только со Скорпионом, чтобы поговорить, только она и нужна... Ну, то есть только для этого и нужно данное кольцо. Но этот нищий бедуин, который сидит с жопой на чьей-то мазне, чем банчит? Щиты. За 15 тысяч. Щит с орлом. Говно. Броня. А вот этот сет, который у меня вначале одетый. Продается за какие-то копейки. Говно. Все говно. Не вижу ни у кого этой мази, которая размораживает. Думаю, что кто-то другой продает. Ну, точно не кузнец, во всяком случае. Но одна у меня есть, и я помню статую, которую я хотел разморозить. И я думаю, что сейчас пойду. Потому что там какой-то комплект доспехов, который сейчас еще актуален. Его можно какое-то время поносить. Я вообще люблю в играх почаще менять броню, чтобы она там, ну, менялась сюда-сюда. В лордах, конечно, мне это успело надоесть, потому что там вся броня похожа на предыдущую. Вот, а в какой-то момент она уже перестала становиться все круче и круче, поэтому смена брони там смысл потеряла, но здесь вообще тоже, кстати, броня... Нет такой брони, которая вот прям доминировала бы над другими. Они как-то миллиметрами отличаются друг от друга. Блять, сука, не заметил. И давай меня по очереди мудохать, да? Началось. Так, вот это кто у нас вообще? Человек какой-то, кстати. Нет, это бомж обычный. И вдобавок он... А, он еще не сдох. И вот она, черная неблагодарность. Попытка тут же мне втащить. Вот уродец. И что он здесь охранял такого? Это что впереди стоит, не вижу. Ёпта, да вы с ума сошли, слон. Мастодонт, в смысле, что ли? Уже? Блять, ну давай сражаться, чё. И
кажется ли я слышу чьи-то еще шаги? Ебать, сосараться. Пошел ты нахуй. Вот это вдул, бля. Ну, в принципе, я ему тоже достойно втащил. Охуеть вообще. Ни стыда, блядь, ни совести. Жизнь-то у него немного, у него дамага много. Алебарда мастодонта с него рюхнулась вот так вот. Ну. И алебарда мастодонта имеет шикарный дамаг. Имеет запредельный вес. А, вообще, чё шикарный дамаг? У меня меч, смотрите, 102 плюс 102. Столько же. Только машет быстрее и не весит, как блядь, не знаю, бивень мамонта. Осколок фляги с эстусом. Опа! Опа! Срослось, сами знаете что, сами знаете с чем. Как сказал бы, сами знаете кто. Так, а здесь, собственно, мои шмотки, за которыми я и шел, да? Лихо они их обезопасили. Рыцарский орден с груди потерял. Та, о! А что-то мало дает-то броне этот рыцарский шлем. Но броня зато получше, но и весит, сука, побольше. Почему кожаные перчатки дают броне больше, чем наручи рыцаря? Эта игра иногда вынуждает меня ходить просто одетым, блять, как, не знаю, как чучело какое-то, в разные шмотки от разных комплектов. Так, вес, сука, превышен. Сколько топор весит? 5. Снять. Оп. Все, кувырок снова со мной. Что тут написано? Ключ требуется. Какой ключ? Что ты пиздишь? Видно же, что дверь с петель снята, ее не открыть. Да. Приоделся я просто от Версачи. Я не знаю там. Брюки от Юдашкина, бронька, блядь. От говняшкина. Видок, конечно, печальный, но главное статы. Так, теперь кому бы попытаться наковырять жопу? Преследователю, наверное, или... А, стоп. Стопе. Я ж так и забыл усилить свою долбанную фляжку-то. Сожгите в костре, чтобы... Вот так вот. Но я думаю, что не в любом костре, по-моему, а в центральном надо ее сжигать. В манджуле. В мандуле. И осколок заодно отдам. И пойду... мстить преследователю. Элементарные боссы закончились. Будет еще морж, но очень не скоро. Почему, когда он дает флягу с эстусом, осколок, он молится? В принципе, переносимый вес можно не прокачивать, но надо найти кольцо дракона просто. Сжечь. Некая сила укрепила. Нет! Так, 5 фляг с Иисусом. Кто-то писал, что дошел до куда-то... до босса с колесницей, а фляг всего было 3 или 4. Мне, видимо, повезло немножко больше, ну. Хоть где-то. Так, попытаться, что ли, здесь преследователя выманить? На арену без катапульт. Чтобы не было соблазна ими воспользоваться. Но, по-моему, преследователь сюда прилетает только один раз, насколько я помню. Если ты отказался от боя с ним, он больше не придет. Пошла ты. Охуительно. Стрела попала в голову и, сука, застанила. Ёб твою мать. Пошел в жопу, блядь.
Ну, где он? Летит, нет? Кто-то... Максим, по-моему, писал, что с третьего раза преследователя убил, что странно. По-моему, он сюда только один раз прилетает. Либо ты с ним дерешься, либо он больше не вернется. То есть, если ты проиграешь, он вроде как тоже больше не прилетит. Что-то выпало. Шлем. Отлично. Да. Не будет тут никаких преследователей, видимо. Черт. Придется опять идти к катапультам. Мимо. Заебись. Пошли вы в жопу. Сука, человечностью рисковать придется. Но ей тут без кольца, в общем-то, везде надо рисковать. Хорошо, придется с ним драться, сука, все-таки на той арене. Хоть и не хочется, надо было попробовать еще меч проточить, может я набрал заточек. Можно призвать помощника, но это будет не круто. Кстати, кто тут? Нет, не компьютерный. Хочется прям вот один на один по-богатырски. Да-да-да. Облагородили мою жопу. Блять. Надо собраться. Что-то не идет. Да куда ты машешь? А, да. Преследователь, ёптать. Кто-то его убивает легко, кто-то не очень, кто-то не убивает вообще. Да, сдохни. Все хорошо в этом огненном мече, кроме его прочности. Которой у него мало. Заебал-то. Да, сука, да. И то не сдох. А на следующем уровне вот эта пехота будет вся такой. Значит, что дамага у меня мало, чтобы их убивать нормально. Враг должен дохнуть с одного бэкстаба, чтобы было хорошо все. Если враг не дохнет с одного бэкстаба, значит, хорошо все не будет. Ну, понеслась. Что тут собираться с мыслями? Два часа. Давай, снова ты, сука, снова я. Давай-ка мы телегу разобьем. Отлично. Бочки тоже. Хотелось бы. Вот этого замах, сука. Подлый. Что-то он пытается меня с разгону, смотрю, задрюкать. Ау, ау, а вот теперь нет, а вот теперь нет. Блять, всю выносливость просрал. Иногда я не понимаю, что он хочет сделать. Это не очень хорошо. Пиздюк, блядь. Странно, что он мало дамага наносит. Даже не буду пытаться его парировать. Пошел он нахуй. С этим парированием, блядь. Да-да-да. Давай-давай, пожалуйста, пожалуйста, успей. Хуй. Жаль. Ау. И рухнула вся моя система. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Блять, я же отпрыгнул, пидрила. Почему он меня притянул? Ёб твою мать, гандон конченый. Пизда человечности, по-моему, да? Ну, конечно, да, конечно. Вот как, блять, попытался с этой катапультой поебашиться. Все, пиздец, блять. Сука, знал, не выебывайся, бей, блядь, как умеешь, нахуй надо, блядь, пидорас. Вся сложность в бою с этим, сука, штопанным контрацептивом, это в том, что он, блядь, лечиться не дает вообще нихуя, никогда, ничем. Гандон, блядь.
Отлично. Еще бы если бы попал. Эти бочки, блядь, тут нахуячены, накиданы, блядь. Да-да-да, бей, мне похуй. Вот он шанс лечиться, все, больше нет. Нахуй. Блять. Куда откатился, чего? Лечение в игре, блядь, как назло, долгое, блядь, как пиздец просто, нахуй. Это не Эстус выпил, блядь, а как в санаторий, нахуй, съездил, блядь. Просто приз за самое долгое лечение, это, конечно же, Ведьмак. Но второе место это, блядь, уверенно держит Dark Souls, нахуй, с их хуйней. Чудом просто повезло. Блять, куда я уворачиваюсь? Ёб твою мать, нахуя? Да-да-да. Вот это мне нравится, когда он делает. Чем дальше от меня он это делает, тем лучше, блядь. Вообще бы он вот там вдалеке махал весь бой. Цены бы ему не было. А это что за хуйню он сделал? Я такого не видел еще, чтобы он как будто стартануть собирается, но при этом он не делает рывок, он бьет, блядь, закрывшись щитом. А щит-то у него необычный, кстати, я его брал потом за его душу. Странно, что он сейчас по мне не попал. Я называю эту игра, меня жалеет просто уже. Пошел нахуй, пошел нахуй, нахуй пошел. Сука, наконец-то ты сдох, блядь. Пошел нахуй тоже, блядь, охуеть. Ты-то откуда взялся, блядь? Еще, пацаны, ёб твою мать. Сука. Живым не дамся, пидорасам. Ай, блядь, сука, твари. Охереть. Фу, бля, да. Тяжба, тяжба. Так, там опять два пехотинца пинают зачем-то дерево. Не знаю, что они делают. Может, им дрова нужны, может, блядь, просто ебанте, я не знаю. А вот где-то здесь лежат в кучке заветные мои тряпочки. Клад впереди. И это я не знаю человека, который не знает, что здесь клад. Зачем он сюда вообще будет прыгать? Меч Дранглика, поножи Дранглика, щит Дранглика. Все Дранглика, кроме шлема Дранглика. А вот шлем Дранглика находится в конце игры. Видите, как дохера дает брони этот Дранглик гребаный. Но при этом и весит, как пиздец. Весит, как броня рыбакопа, ёптать. А меч Дранглика, это вообще отдельный базар. А, просто большой. А, меч Дранглика, да. 180 дамага, что, в принципе, хуже, чем сейчас мой огненный. Щит Дранглика неплохой, кстати. Но весит тоже до хера. Все весит до хера. В итоге кувырок вот такой, бля. Такой кувырок мне нахрен не нужен. Сейчас придется что-то колдовать с весом. Ну, в принципе, вот так должно быть нормально, нет? Надо на 60 веса выходить, ёптать, как угодно. О, вот так. Ага. Так, и там внизу черепох. А, черепох уже съебался. Ну, иди отсюда. Круг почета. Я хочу именно на птицу улететь. Там она к костру приносит. А что это у меня? У меня что-то мне не подходит. А где бэкстап-то? Что ты не бьешь его?
Ёб твою мать. Что-то у меня не засчитано сейчас по статам, я смотрю. Что-то, какой-то доспех мне не подходит. Не врубаюсь. Какой щит, что ли? Щит слишком тяжелый? Нет, он вроде машет им. Что-то я не понял, а сейчас, подождите. Сейчас. Улечу только отсюда нахер. В безопасные края. Такие ножки у меня, бля, вообще обоссаться просто. Давай, Каркуша, полетели. Наконец-то. Это сладкое чувство победы. Вот в Dark Souls играют, мне кажется, ну, лично я, вот, когда, не знаю, когда проигрываешь, там настроение говно становится, потому что, блядь, сука, все проходят, я не могу, блядь, говно. Как только ты какого-то босса побеждаешь, ты чувствуешь, что ты просто царь, блядь. Просто яйца сразу набухают, прям, не знаю. Так, вау. А что это тут за... Три шкатулки Якубовича. Костер зажжен. Что? Что я не могу таскать-то? Что, почему? Это могу. Это могу. В чем дело-то? Что за значок дебильный? Горел, а теперь не горит. Теперь он потух почему-то. Что-то странное происходит. Ить. Так, ну, что за подарочки? Подраночки. О, человеческая фигурка. Мощь. А тут что? Осколок фляги. Прах, костяной прах. Тусклый уголь, помеченный как ключ. Это что за предмет такой? Вот это что ли? Это пламя почти погасло, но все же еще демонстрирует удивительную живучесть. Может быть, это его обычное состояние? Это то, что надо кузнецу отнести? То, что в середине игры там в плавильне находилось? Не знаю. Совпадение? Не думаю. Так, и теперь здесь эти мумии сраные. С ними драться очень нелегко и не круто. Пошли они в жопу, я считаю. Я думаю, что я сейчас пойду с драконоборцем смахнусь. Это вот та пачка боссов, которую, если вы не записываете спидран, имеет смысл убить с самого начала. Кстати, у меня куча душ с собой еще. Большой осколок, лучистый самоцветик жизни. Неплохо. Да, по-любому надо в Мандулу лететь. Или в Мандулу. Даже не знаю, как лучше произносить. Давай ты, ёпта. Прикольно споткнуться и ёбнуться туда вниз. Это было бы классно. Эпизод, достойный финала игры. Так, в Мандулу, да? Блин, надо быстрее бы Нашку убить, чтобы получить кольцо дракона. А туда хер пройдешь. Нужна ароматная ветвь. Это грёбаная, где ее взять, непонятно нихер. Так, ну хотя бы чисто гипотетически уголь-то его интересует. Ага, спиздил, ну. Как это ты не можешь его использовать? Ты что, охренел? Говно, ссаное. Почему он не умеет? Хорошо, для починки, но это говно. Все говно. Что-то я не понял. Тут разве где-то будут другие кузнецы в этой части игры? Непонятно. Ладно. Ну давай. Да-да, проклятый. Я уже знаешь, сколько времени проклятый. Давай. Приступим к делу, детка. Так, мне нужна выносливость. Хорошо, но мне надо силушки богатырской и живучей. Блин, не хватает что-то. 22 там вроде надо, да? Хер с ним, со стойкостью. А, я пошла в жопу. Так, где сверло? Как оно? Могу, 170 дамага, что, в общем-то, мало. Здесь вот это вот единственная достойная атака, по-моему.
Это пырок с разбега. Ну-ка, ладно, думаю, все надо испытать в бою. Потому что надо это испытать сначала. Руины Хейда. А, это город руины Хейда. Мне почему-то все время хочется это новым манором Ландо называть. Как в первой части. Вообще на Аден похоже из Линаги. Длинный деревянный щит с изображением льва. В прошлый раз, или когда там, короче, сегодня рекламировали это кольцо жизни, которое найти не могу, блин. Сыпят мне соль на рану, говноеда. Блять, сука, горбатый прискакал. Пшел нахер. Мудила, блядь, снежнего. А, отведай пики богатырской. А чё она его не отталкивает-то, ёптвою медь? О, и этот подтянулся. И стали они жить долго, вместе и счастливо. И ещё один звякает. Ой, блядь, кувырка нету. Ещё один хуй прискакал. Пошёл в жопу. Пошли в жопу все, блядь. Сука урода, а. Чё за нахуй? Нихера тут прессуют. Знал бы, я бы сначала тогда драконоборца трахнул. Блять. Сука. Вперед! А он отошел, вот ублюдок. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А знаешь что? На нахуй. Да, сука, умри. Следующий придурок. Блять, ну почему? Почему ты его... Спихни его нахуй отсюда, с обрыва, блин. Оу, оу, да, отлично, отлично, ты надрал мне задницу. Какой ты молодец. В жопу эту пику, реально, говна кусок. Машет, блять, долго, нихуя никаких, никуда не отбрасывает никого. По-моему, она раньше тараном вообще-то сдвигала мобов аж. Хотя, может, это мне все кажется. Но, блять, весит она просто нахуй, как, не знаю. Кстати, а меч Дранглика сколько весит? Блять, тоже весит, как аномальная, блять. Сука, их хер знает, из чего сделанный. Блять, опять они всей толпой, да ёб твою мать. Как тут зацепиться-то хоть за территорию-то, а? Дай я тебе бэкстап, ёбну, а? Один хотя бы, сука, чтоб ты помер, чтоб ты сдох, блять, сдохни. А! Да-да-да. Отлично, блядь. Мои души нахуй пропали. Да. Обалденно они локацию, блядь, переделали. Она мне, блядь, прям так нравится теперь. Теперь просто от этого костра начать невозможно, нахуй. Потому что сбегаются два этих уёбка, блядь. И этот огромный обсосок, блядь, сука, недоделанный. Пиздец, блядь, дерьмо, нахуй. Ёб твою мать, я не понимаю, блядь, где вообще связь между драконьим всадником и белыми этими чмошниками, которые теперь, блядь, стали агрессивными внезапно. Причем раньше рыцарь белый убивался только один раз, после этого он не спаунился ни хрена. Теперь его убиваешь, он снова респаунится. И при этом с него ни черта не падает, хотя раньше падало, по-моему, с 100% вероятностью. Либо пушка этого урода, либо доспех. Не помню, что на какой игре. Он чё, блядь, у него в жопе прятался, что ли? Да иди нахуй, блядь. Заебало уже, говно, блядь. И, конечно же, дверной проем позволяет ему сюда пройти, да? Да-да-да, иди-ка сюда, блядь. А? Отведуй силушки, блядь, богатырской. Ну, давай, давай, пока этот не пришел. Все, он стал пассивен внезапно. Ура, что там с него лутнулось. Меч рыцаря Хейда. Ну давайте посмотрим, что это за говно. 75 урона и 50 еще молний. Супер. Ну правда попрочнее, чем мой огненный. Но все равно, сука, говно редкостный. Блять, отлично. Прыжок не сработал. Ух, блять. Было прикольно, если бы он огромному бэкстап пробивал. Но ни хрена подобного. А, да, до дракона тут, походу, хер дойдешь с этими. Ой, а где здесь рыцарь был? А может, они тоже не спаунятся больше? Одноразовый? Да вон он стоит. Куда он, блядь, денется? Говно, блядь.
Косой. Получи. Это теперь с двуручником. То с двуручником, то с дубиналом, блядь, с чем. Только не ходят, блядь. Да, попал. Пусть им защита. Тоже неплохо. Хватит. Да. Я сам напрыгнул, бля. Потому что мне нравится, когда меня мудохают. Обожаю. Блин, надо бы хоть камни этих, что ли, купить, лечиться, блин. Теперь, когда кольца жизни нету, надо хотя бы, блин, не знаю, аптечками запасаться как следует. Да какой ты резкий, блядь. Он так движется, что даже, блядь, бэкстап не успел, блядь, проканать. Просто не достал. Бежит, блядь, чупакабра в доспехах, блядь. Кажется, я понял правила драки. Ты удар, я удар, да? И хуй на него напрыгнешь, он сразу взмах делает. Ничего не оставил. С них смотрю, блин, лут-то хер выбьешь еще. Еще. Да. Аптечки уходят. Лучистый самоцвет. Ну, сука, жалко, лучистые они, блядь. На поздних левелах хороши. Сейчас они вообще смысла не имеют. И оба пошли в атаку разом. Опять они оба идут. Пиздец. Почему они на разной дальности от меня стоят, но агрятся они одинаково. И бегут вместе. Тот в жопу этому уперся и не может его обогнать, блядь. Ёб твою, а. А, о, наконец. Давай. Чё не говори, а враг-то вот этот сильный, блядь. Еще по горбам. Ну. Видите? Бэкстап мимо просто хуяк. Наши победили, лута нету. А, что им, блядь, жалко положить хоть чего-нибудь? Слева, двое справа. О, все, давай, подходи. Или ты без белого уже не такой смелый, блин. Знаю я таких, как ты, блин. Только толпой, да? Групповая храбрость. Давай. Красава. Так, и что тут мне светило издалека? Манило меня, приди, забери. Небесное благословение. Отличная вещь. Не знаю, нахуя она нужна и что это такое, но звучит отлично вообще. Так, а у меня же есть короткий лук. По-моему. По-моему, да, короткий лук есть действительно. А, и стрелы, по-моему, есть какие-то, да? Железные, огненные, ядовитые. Ну, ядовитые мы будем беречь на свадьбу, конечно. Больно. Больно хороши. Подчас это вообще единственная маза, чтобы... Как там целиться-то? Бэнк. Чисто приманить. Dark Souls, наверное, такая RPG единственная в мире, где невозможно пройти только лучником. Где лучник это не класс. Вот. Чё это у него? В пиках есть. С пика я еще не встречал, кстати, по-моему, их. Бей бэкстап, пока он не встал. Второй. Да, блядь. Напрыгнуть на него это просто самая тупая идея, наверное. Идея, вернее, хорошая, но невозможно это сделать. А они вот в прыжке реально встречают сразу. Надо его пиздить, пока он на ноги не встал. В Dark Souls лежачих бьют. Бьют и еще как. Вот здесь бы костер, потому что здесь и дракон. О, кто-то стоит, смотрит, задумался. А не ну-ка ли его нахуй? Думает он стоит.
Еще кто-то сдох, еще кто-то сдох, еще кто-то бьется здесь. А между тем дракоша расправил крылья. Блять. Мне нравится дальность атаки. Охуительно вообще. Через камни, похуй веники. Почему-то я не попал. Блять, ну и как к нему подойти? Пиздата. Пиздата вообще, блядь. Разработчик, наверное, ебанькова, блядь, вообще криворукая, потому что я не знаю, как его пламя сюда, блядь, заворачивает, нахуй. Пиздец. Зато выстрел из лука, блядь, производится просто, блядь, пиздец, нахуй. Как будто... Я ебу просто, блядь. Этот выстрел из лука, нахуй. Вот отсюда давай. Я знаю, что со времен первого Dark Souls вот эти драконы вот так убивались. Ты чё, охуел? Пошел ты нахуй, все, съебаем отсюда. Где бег? Где бег, я тебя спрашиваю? Говно, блядь, опять, нихуя. Нажимаешь на спринт, он нихуя не бежит. Куда он делся? О, он взлетел, но не прилетел, да? Понятно. Я говорю, покупаешь, блядь, хуевую тучу деревянных стрел и начинаешь пидорить издалека у этого ублюдка. Все, единственный способ, блядь, очередной, как можно его убить. Что на левый, что на дальний стик, что на правый триггер. Надо вот. А, все, отравлен. И что ты сделаешь-то? Ёб твою мать. А, дохнет, дохнет. Ну, немножко по-читерному, а чё делать? А как? А что? А хули нет? Если да. Либо через пол игры, когда найду кольцо, блин, защита от огня, я смогу подойти к нему. Но мне нравится то, что он быстро травится. А сейчас он вообще не травится. Косой. Если бы он огнем мне не снес все здоровье до того, как я к нему подошел, может быть, я и созрел бы для честного поединка, но... Так, это хуйня полная, блядь. Когда у него огонь через стены, блядь, через ступеньки, похуй куда. Сейчас посмотрим, сколько за этого уёбка дадут опыта, кстати. 2800. Да это даже не босс был, это был обычный моб. Я думаю, что если я отсюда уйду, он заспаунится обратно. Ёбаная цапля. То есть это не те драконы, которые толпой летают в драконьем гнезде. Это какой-то другой. Сучий потрох, блядь. Что из него там хоть? Щит дракона. Окаменевшая кость дракона. Вот это да. Что за щит дракона? Тед, что ли? Вау. 105 защиты. А, это... Это не 105 защиты, это... 105 дамага, что ли? Щит с изображением перепитающего дракона. В контраст черно-белый символизирует упадок и течение всего сущего, а змееподобные драконы следят за ходом времени. Владелец этого щита ждет удача в бою. Вот, блядь, я помню вот эту надпись. Что за удача в бою? Какая? Криты, что ли? Семейное достояние передавалось отца от деду, от деда к сыну. Драмонт и его предки укрывались щитом, сражаясь с врагами, угрожающими их родине. Щит капитана Драмонда. Щит написано Дранглика. Ну-ка, стерлось. Щит выглядит очень достойно. Видать, сдох капитан Драмонт со своим щитом. Подожди-ка, а сколько защиты это дает этот? 90 дает, даже не 100. Как кожаный щит дает. А между тем, щит Дранглика 100% дает защиты. Но зато от всего остального он вообще почти не защищает, походу. Так что щит дракона в этом плане победил. Можно потеребонькать этот рычажок, опустить этот мостик и пройти. Блять, как бы он по башке мне не дал. Опускается. Бэм. Я бы сделал так, что после того, как мост опускаешь, пролетает дракон. Тут где-то был сундук. Ага. Старый лучистый самосвет жизни. Кто-то сдох здесь? Человеческая фигурка. От счастья кто-то сдох, походу. А с кем он тут дрался-то? Интересно. А-а-а.
Подождите-ка. А, повышает шанс лута этот щит. Ёптель. Вот это вот змея, серый значок появился. Так, за этой дверью босс, драконоборец. Без эстусов его можно убить, интересно, или нет? Поставив на кон 7000 душ. Если отсюда уйду, дракон вернется или нет? Одноразовый он или, блин, постоянный? Непонятно. Блять, что ж делать-то? Ну, 7000 душ это левел вообще-то. Не один, два. В принципе, эти 7800 душ это не самая большая потеря, которая будет, если что. Но идти сюда второй раз реально впадло. Ну и потом, что когда я сюда дойду второй раз, у меня снова будет 7000 душ. Но был бы полный эстус, вот в чем разница. Ладно, хер бы с ним, давай сражаться, сука. О, что-то он, нихуя он стал какой-то резкий и дерзкий. Вообще он, конечно, тупой, если ему не давать отходить и прыгать. И подходить к стенам. В свое время я очень сильно роковал на эти, на этом боссе. Он меня как-то на пику подсаживал. И это мне очень много сносило. Ну давай. Я думал, что надо, чтобы он колонны разрушил. А чё это так мало снесло ему? Это у него меньше половины жизни, у него здоровье, что ли, увеличивается? Ну давай ты что-нибудь делай. Чё ты такой пассивный-то? На новой игре плюс он, наверное, сильнее. Выносливость ёбаная кончилась. Ура. Да. На, конечно, проходить Dark Souls на первой сложности это баловство чистой воды. Мне кажется, потому что на новой игре плюс все боссы, блин, становятся просто... необычайно жопу разрывательными. Тельными. Это что это кольцо делает? Увеличить максимальное здоровье? Это говно. Увеличить физическую атаку? Тоже говно. Увеличить ответный выпад? Вот это вообще непонятно что. Я думаю, что надо вот это одеть. И прощай, кувырок. Ну, я сейчас, конечно, кину очков на физическую фигню. Треснувшее синее око. Ну, это для ковенанта. А здесь что? Круглый щит клирика, башенный щит. Да, я помню, что здесь два щита падают. А у него что за щит с деревом? Железноствол Форестеров, о боже. Что за щиты? Башенный щит. Башенный щит, базара нет. Вещь хорошая. С такими щитами гвардия короля, по-моему, стоит с этими солнцами. Да, да, можно, нужно 30 сил иметь. И плюс он весит еще как самосвал. Круглый щит клирика. Никакой защиты вообще не дает. От молний хорошо. Щит почти не спасает от обычных ударов. Больше похож на талисман. Хрупкое благословение позволяет отражает заклинания зато. Это в храме Аманы нужен этот щит. Потому что там самонаводками долбят. С этим говноедом можно поговорить. Он похож на персонажа из Вовки, кстати. С ним можно говорить, но он в Ковенант не принят. Потому что мало фрагов. Мало убитых фантомов, я так понимаю, черных. Он, я не понимал, когда первый раз проходил игру, зачем он здесь стоит, почему он посылает меня нахер. Я его просто заебенил здесь. С него там шлем какой-то падает, по-моему, если я не ошибаюсь. Вообще, а, нет, шлем здесь в сундуке лежал. С этого ублюдка ничего не падает. И здесь костер, который вообще нахер не нужен. И каждый встречный поперечный здесь написал, что здесь везде эти прозрачные стены. Иллюзия впереди. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Шутка дня, блядь. Прозрачные стены. Нет, не сюда. Здесь. Что здесь? Где? Чё? Где? Ну, давай. Вот эта комната
в этой игре, конечно, самое загадочное, я думаю, потому что здесь я до последнего думал, что здесь будет вход в какой-нибудь DLC, но здесь нету ни хрена, так и не появилось. Зачем это помещение здесь, я не знаю. Оно вот просто есть и все. Оно есть, и в нем ничего нет. Шедевр. Перчатки астролога. Малафьинские астрологи в таких астролобируют. Да-да-да, я ищу, хватит повторять мне одно и то же, успокойся. Я хочу вот это, вот так вот. И выносливости, и жизни. Все, силу и выносливость я пока качать не буду, потому что нахрен не нужны. Ничего такого, что я бы сейчас вот хотел прям вот взять, надеть и носить, я еще не нашел. Собственно, на этом, думаю, серия закончится. Так что что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Не забудьте покликать по рекламкам. И до связи.